Там хоккеисты пришли, Локомотив, вся команда. Прошедший сезон был удачным для ярославского Локомотива. В первой игре нового сезона команду ждет встреча с сильным соперником. На ледовой арене в Минске Локомотив сыграет против Динамо. Вы что смотрите? Работаем! Будем чемпионами. Только Лока. Только Лока. Ярославля рухнул пассажирский самолет Як-42. На его борту, помимо членов экипажа, была практически вся команда местного хоккейного клуба «Локомотив».